What is happiness for you? Hello. Так, делаем архиважное мероприятие. Посев на жидкую среду. Как сказал Армстронг, для всего человечества это всего лишь один маленький шаг одного человека. А как для этого человека, то это мероприятие, это огромный прыжок в будущее. Так, М5. Но за Богом. Так, что-то мы быстро убираем.
все сделано. Так, ну и раз мы уже распечатали вот эти флаконы, то мы сделаем два шприца с этими культурами. На тот случай, если вам будет интересно сделать то же самое, то, пожалуйста, звоните и заказывайте. Клеток М5, культура П80, хорошая культура. При том, что неоднократно из этих флаконов уже делались посевы на агаровую среду. На агаровых средах они показали очень хороший рост. Так. Блин, внес клетки, флаконы. Что с ним делать теперь? Что с ним делать? Я ничего не делаю, смотри. Еще один флакон с культурой.
Так, и 8-го будет еще 2 шприца. Все. Все, в принципе, все посевы сделали. Значит, что происходило? Сделали 2 флакона. Один М5 штамм, второй П80 штамм. Здесь сделали, на всякий случай, если вам будет нужно, шприц с М5, 2 шприца П80, флакон там, где была культура. И пришлось, из-за того, что когда я делал забор из этого флакона, случайно сюда влилась культура гриба. Получилось, что здесь уже поселился П80. Поэтому пришлось сделать еще один флакон с культурой. Это будет П80. Ну и в дальнейшем то же самое произойдет. Просто сюда нужно будет в этот раствор. У меня сейчас нету глюкозы, нету. Будет глюкоза, мы сюда засеем, и у нас получится еще 3 флакона П80, ну, на всякий пожарный случай. Вот и все. На этом пока заканчиваем.